Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками, ставшим первым в рамках миссии Starlink, успешно стартовал с космодрома во Флориде. Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 2:30 по времени UTC. После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранний запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить систему оборудования. Как написал в своем твиттер глава компании Илон Маск, миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 миллиардов, но эксперты считают эту цифру заниженной.